Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печень, ребятка. Атакуем морозник. Или Гелеборус. Называется морозник или Гелеборус. Красавец стоит. Красавец. Там воронец поднимается. Распускается. Такие цвет. Обалдеть, красивый. Красавец, да? Красавец. Вот такой белый. Белый, белый. Смотри, какой белый. А и красавец, да, ребят? Красавец. А там смотрите, сколько деток насеяно. Жена раздает, раздает. Но они не уменьшаются. Смотри, какой. Смотри. Красавец, да? Белый. Вот такой. Это типа цвет лимонный, да? Наверное. Типа лимонного цвета. Вот такой. Красавец. Да? Вот такой. Такой морозник или Гелеборус. Смотри. И куда ты запрятался? Покажи. Покажи свой цветочек, да? Красивый. Смотри. Морозник или Гелеборус. А здесь смотрите, сколько деток. Много-много. Деточки, детки маленькие. Им уже, этим деткам, которым по году, которым по два. Уже есть немножко больше детки. Смотри. А тем деткам, наверное, по два года. А может больше. По два года, наверное. Смотри. Какой красавец, а? Красавец, ребятка. Красавец. Если так. Морозник или Гелеборус. И сейчас покажу вам. Далее покажу. Морозник. Полненький. Красавец, да? Красавец. А как вам такой морозник, ребят? Смотри, какой красавец. Морозник или Гелеборус. 2021 год. Смотри, какой красивый. Красавец, да? Смотри. Морозник. Смотри. А вот маленький. Морозник. А здесь вот. Морозник такой. Смотри. Красава, да? Красава. Красивый. Смотри. Такой. Он белый. Смотри, давай. Красавец. Морозник. Красивый, да? Ребят. Красивый. А такой морозник. Такой красавец, да? Красавец. Морозник красавец. Или Гелеборус. Красивый. А вот смотрите, еще один.
Вот такое, смотри. Красавец, да? Красивый мороз. Морозники. Это все морозники, ребят. Морозники разводятся семенами. И, может, отделением куста. Семена, отделением куста. Смотри. Красавец. Красавец, да, ребят? Красавец. Ну все, ребятка. Всем до скорого. С вами был Александр Криволап. Печенени. Морозники, морозники. Красавец. Красава. Красиво, да? Это все морозники, ребята. Ну все, пока-пока. До скорого.